К 9 мая готовы. На площади Победы состоялась репетиция парада. В этом году число его участников выросло до 350 человек. Это обусловлено приглашением не только городских, но и областных войск. Обязательной частью парада станет шествие бессмертного полка. Оно стартует в 10:00 от филармонии. Мы однозначно вместе с внуками пойдем в строю бессмертного полка, будем нести фотографии наших дедушек и бабушек. Вот. И самое главное, я жду, что мои внуки, наши внуки и наши дети, глядя на нас, глядя вот на это огромное море человеческого волнения, потом когда-нибудь это не забудут. В общей сложности на параде владимирцам представят 30 машин военной техники, спецмашины ракетных войск стратегического назначения, бронетехнику. Это очень серьезно, это практически увеличение в два раза прохождение парада техники. Этот момент является очень важным, показательным и мощи, и сила нашей армии, в том числе и демонстрация оружия, вооружения и военной техники. Из молодых участников на параде – кадеты, юнармейцы, представители казачества. Кроме того, в этом году в колонии впервые пройдут кинологи. В этом году на парад пройдут расчеты кинологов с собаками, значит, с боевыми собаками, которые очень хорошо себя проявили в боевой обстановке и очень здорово ищут мины и спасают человеческие жизни. Как и в прошлом году, напротив вечного огня на параде развернут масштабную копию Знамени Победы площадью в 200 квадратных метров. Весь день будет работать полевая кухня. Мария Котлярова, Дмитрий Шаталов, Губерния 33.